История в черно-белом цвете и встреча с теми, кто ее писал. Полоцк «Транснефть Дружба» чествует работников своего главного подразделения – линейной производственно-диспетчерской станции «Полоцк». Из далекого Петербурга на встречу с коллегами приехал даже легендарный для предприятия человек, посвятивший дружбе 80 лет. Построили в первую очередь нефтепровода «Унеча-Полоцк» и дальше до Венспилса, где был наливной пункт. Мое дело было, чтобы трубопровод, насосы не давали течи, чтобы все это работало отлично. На отлично работает все и сейчас. Полоцк «Транснефть Дружба» оценивается как одно из наиболее эффективных хозяйственных обществ в Беларуси. Предприятие обеспечивает бесперебойную поставку нефти и нефтепродуктов партнерам и эксплуатирует 1068 километров нефтепроводов и 292 километра продуктопроводов. Чествуя ветеранов и действующих сотрудников, о дружбе говорят как о примере эффективной экономической работы, где залогом благополучия наряду с успешным стратегическим развитием выступает корпоративное единство. Полоцк «Транснефть Дружба» сейчас выполняет все ключевые показатели, которые перед нами поставил концерн «Донецсехим». Мы планируем также выполнить эти ключевые показатели и по году. Коллектив – это основное на предприятии. Весь коллектив работает над реализацией поставленных задач, и их творческий потенциал, профессионализм это подтверждает. Сейчас Полоцк «Транснефть Дружба» реализует важнейший инвестиционный проект – строительство магистрального нефтепродуктопровода «Новополоцк-Фанипаль». Готовится к запуску его финальный участок. В директорате отмечают, что ввод нефтепродуктопровода поднимет планку прибыльности предприятия и станет логистическим прорывом в доставке светлых нефтепродуктов. Екатерина Толстикова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.